Таня, скажи, пожалуйста, кто учит выполнять все движения ножками? Все движения ногами меня выполнять никто в основном не учил, потому что я с детства привыкла делать все ногами и выполнять все движения, которые нужны. Ну а так в основном, если с самого детства, то мама учила. Скажи, пожалуйста, откуда ты берешь сюжеты для картин? Сюжеты для своих картин я беру из пейзажей, из головы и также из различных сюжетов картинок. Иногда добавляю свое. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать в будущем? В будущем я бы хотела стать иллюстратором. Подробнее расскажи про это. Почему? Ну, потому что мне нравится работать с текстом, иллюстрировать различные картинки, сюжеты, как я их представляю в основном. Ну, например, если попадется какой-нибудь текст, можно его прочитать и выполнить изображение так, как видишь. Я не очень помню то, что у меня было в детстве, свои годы в школе, но в основном ко мне относятся все хорошо, все с уважением, и я ко всем с уважением отношусь, и отношения у нас нормальные, со всеми, с одноклассниками тоже, с учителями.
за все в ответе. Мне Родина дороже бытия. За все, что происходит на планете, горячим сердцем отвечаю я. Я россиянин, я за все в ответе. Мне Родина дороже бытия. За все, что происходит на планете, горячим сердцем отвечаю я. Ну, сидя в зале, у меня было необъяснимое чувство, потому что я еще толком не понимала, за что меня награждают. Вот, и я как бы считаю себя обычным человеком, таким как все. Несмотря на то, что такая номинация была, преодоление трудных жизненных ситуаций, я все равно считаю себя обычным человеком.